Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Останкино. Наземный переход на станцию Бутырская, Люблинско-Дмитровской линии метро. Добрый день, уважаемые пассажиры. Наш транспорт отправится в 15 часов 47 минут со всеми остановками, кроме Горишевская, Малина, Радищева, Аушева. Махорок не прыгнет, не тарите. Вообще, там уже пассажиры сообщают, что мы не сожигаем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Останкино. Наземный переход на станцию Бутырская, Люблинско-Дмитровской линии метро.
станция Останкино. Наземный переход на станцию Бутырская Люблинско-Дмитровской линии метро. Останкино. Наземный переход на станцию Бутырская Люблинско-Дмитровской линии метро. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровско-Разумовская. Наземный переход на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Станция Петровско-Разумовская. Наземный переход на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.
Петровско-Разумовская. Наземный переход на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Станция Лихоборы. Переход на МЦК. Лихоборы. Переход на МЦК. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – Мостсельмаш. Станция Моссельмаш.
Дальний Восток очень интересный, конечно. Моссельмаш. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Грачевская. Станция Грачевская. Грачевская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Ховрино. Наземный переход на Замоскворецкую линию метро. Уважаемые пассажиры, в моторвагонное депо Крюково на период с ноября по март требуются работники по очистке стрелочных переводов от снега. Оплата труда сдельная. Телефон отдела кадров 8-499-260-99-22. Станция Ховрино. Наземный переход на Замоскворецкую линию метро.
Коврино. Наземный переход на Замоскворецкую линию метро. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Левобережная. Станция Левобережная. Левобережная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Химки. Станция Химки. Химки.